Афера «Алло, мама», схема старая, жертвы новые. МВД заявляет, что вновь участились случаи мошенничества в отношении пожилых людей. Под предлогом помощи родственникам, у которых якобы проблемы с законом, злоумышленники, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, предлагают решить проблему за деньги. На данный момент уже возбуждено уголовное дело по заявлению пенсионерки. Неизвестный сообщил ей по телефону о том, что ее сын совершил преступление. Однако для решения вопроса необходима крупная сумма. Доверчивая 83-летняя женщина передала курьеру $4000. Тем не менее, когда пожилой человек начинает верить, что все-таки ему звонит его близкий родственник, у которого проблемы с законом, он, конечно же, соглашается и старается каким-то образом помочь. Одновременно с этим мошенники принимают все меры, в том числе направляют в адрес курьера, скажем, в качестве своего сообщника, который завладевает деньгами. Другой способ — просто просит перевести граждан деньги путем международного перевода. Как правило, аферисты звонят по номерам из телефонного справочника наугад. Как только отвечает пожилой человек, начинается спектакль. Хотя, как отмечают в милиции, афера работает не на всех, но бдительность все-таки не помешает. Мошенники используют элементы социальной инженерии, а отследить звонок крайне сложно. Как правило, все они из-за рубежа.